Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть футбол вместе с вами. Сегодня Вест Хэм встречается с Саутгемптоном. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельны. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Хозяева к этому матчу подошли с рекордом лиги по игре в домашних встречах. Да, 10 побед из 14 возможных они одержали. Ну и, наверное, будут не прочь еще 3 очка положить себе в копилку. И вот состав хозяев. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Посмотрим на состав Саутгемптона. На ваших экранах тактическая расстановка команды на этот матч. Да, и заметь, как игроки середины поля выстроились ромбом. Игра началась, смотрим. Вест Хэм готовится исполнить угловой удар. В центр штрафной подан мяч с углового. Очередной угловой в этом матче. Мяч летит в центр. Куртзума. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Отличная атака, отличный гол. Но здесь, казалось бы, все просто. Подача с углового и точно удар головой. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Джек Стивенс. Далот. Ну и как такому противостоять? Нет, не дошел этот пас до адреса. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Далот.
Мунир Эль-Хаддади. Вот. Навязывают ему борьбу. Врсалько. Вест Хэм флангом атакует. Свободная зона там есть. Навес в штрафную. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Угловой будет. Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Главное, без нарушений. Лемина. Алекс Айвоби. Мунир Эль-Хаддади. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Беднарик. Лемина. Корона. Мунир Эль-Хаддади. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? И желтая в руках у арбитра. Гранит Джака. Нет, не пойдут они в прессинг. Будут ждать, пока соперник сам подойдет к ним поближе. Может получиться интересная атака. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Заброс вперед. Шиме Врсалько. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Есть удар! Сейф, но атака продолжается. Судья показывает на угол поля. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Хороший вынос мяча из штрафной. Штрафную подачи. И есть там кому сыграть. Самый простой и надежный способ в такой ситуации. Отличный удар. Спасает вратарь. Но мяч у атакующей стороны. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Отличный вынос. Курт Зума. Все верно. Края надо чаще задействовать. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Перекладина! Защита первая на мяче. Вынос. Ушел мяч. Аут. Они были близки к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Им немного не хватило для этого. Удар! Это угловой удар. Неплохой удар, но вратарь на месте.
Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только, если бы вратарь ушел в раздевалку. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Великолепный удар. Но и вратарь ведь не просто так зарплату получает. Мяч летит в центр. Куртзума вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. В центр штрафной мяч направлен. Выбит мяч из штрафной. Сериал угловой продолжается. Не прекращается натиск на их ворота, и стадион продолжает их гнать вперед. Они ждут гол. В центр штрафной подан мяч с углового. И все опять возвращается на круги своя, точнее на четверть круга, которой отмечена зона углового. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. И пробил. Накрывает этот удар игрок. Накрывают его прессингом. Хороший пас. Что дальше? Момент для удара. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались с таких дистанций. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось. Кто-то не доглядел, а кто-то вовремя подсуетился. Отыграться теперь будет труднее. Корона. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Удар по воротам. Прекрасный гол. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Далот. Алекс Айвоби. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Удар! Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Еще раз придется вводить мяч в игру руками. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя.
Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Корона. Мунир. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Он проводит прекрасный матч, нужно это отметить. У вратаря и защитников уже голова идет кругом. Очень активен он сегодня. Много бил, и один удар его оказался результативным. Корона. Очередной точный пас в его исполнении. Мяч потерян. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. И буквально подарил мяч сопернику. 4 минуты. Ничего себе. 4 минуты. Это много. Очередной точный пас в его исполнении. Лемина. Будет штрафной подавать. Выбивает вратарь мяч после навеса. Алекс Айвоби. Далот. Муни. 3-0 так было в первом тайме в знаменитом стамбульском финале в 2005 году. Вспомнит ли об этом проигрывающая команда? Подтверждают свой статус хозяева и в очередной раз выигрывают домашний матч. Лишний раз подтверждают статус лучшей команды по забитым мячам. Спокойно, без нервов, вышли, сделали свое дело и отправились на перерыв. Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет во вторые 45 минут. Удар! Отлично он играет сейчас. Мунир, Эль-Хаддади. Лемина. Корона. Джек Стивенс. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Беднарик. Далот. Саутгемптон атакует флангом. Там никто их не встречает. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Сбрасывает мяч. В игрока мяч попадает. Сериал угловой продолжается. Подали мяч с углового в центр. Спасает защитник свою команду. Да, момент острейший. Вынес мяч защитник прямо с ленточки. Жака! Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. В офсайде оказалась команда.
Корона. Мунир, Эль-Хаддади. Курт Зума. Рубен Диаш. У Бровки тренер вместе с игроком, который должен появиться на поле. И, возможно, в следующей паузе как раз у хозяев будет замена. Выбивает мяч игрок. Этот мяч до нападающих не доходит. Воздух выигрывает защита. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Долго возились с мячом, соперник уже успел все свободные зоны перекрыть. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Какая реакция, какой прыжок, класс! Саутгемптон готовится исполнить угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Опасно! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Ушел мяч, аут. Уходит он на замену. Хороший матч провел. Тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть. Алекс Айвоби. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Лемина. Нет, не дошел этот пас до адреса. Игра остановлена штрафной. Джака. Перехват в центральной зоне. Мяч вперед идет к чужим воротам. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Беднарик. Джек Стивенс. Ариоль Ромео. Корона. Лемина. Матео Дармиан. Алекс Айвоби. Ариоль Ромео. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Алекс Айвоби. Такие передачи придают атакам остроты. Ставит корпус, укрывает мяч. Навес в центр штрафной. Такой удар для вратаря не опасен. И подача туда, в сторону ворот. Выбит мяч из штрафной. Корона. Ариоль Ромео. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Корона. Все верно. Пора сместить акцент атаки. И пробил он по воротам. Штанги спасает, но игра продолжается. Хороший вынос мяча из штрафной. Будешь навешивать, а? Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Матео Дармиан. Алекс Айвоби. И удар! Опять угловой. Ну сколько можно уже?
Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который покидает поле, им очень пришелся по душе сегодня. Сыграл он, правда, здорово, и его вклад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. Мяч летит в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. И снова придется разыгрывать угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Защита первая на мяче, вынос. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они ждать, пока мяч к ним сам придет. Потащил один удар, но может быть и второй. Сложный удар потащил вратарь. Честь и хвала ему за это. Здорово сыграл. Беднарик. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Плохо в обороне сыграно. Алекс Айвоби. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. И подает штрафную. Удар? Ну, точно. Такого момента в этом матче у них может уже больше и не быть. Можно было, наверное, получше пробить, но что получилось, то получилось. Да, есть такая игра поддавки, и такое впечатление, что именно похожее мы наблюдаем соревнования сегодня. Я, честно говоря, поражен, что команда одна практически не сопротивляется. И так и хочется из комментаторской кабины крикнуть: «Ау, соберитесь!» Лемина. Ариоль Ромео. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Пересек мяч боковую линию. Гранит Джак. Этот удар опасности для голкипера не имеет. Корона. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Не удалось им сегодня навязать борьбу. Жаль, матч прошел с подавляющим преимуществом одной из команд. Как вариант продолжения напрашивается навес. Джордан Хьюджил. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Решил пробить. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар. Удар! Опасно! Гол! Забит еще один гол, и он уже отправлен в ворота в компенсированное время. Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана, но улучшить разницу забитых и пропущенных мячей никогда не повредит. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Ариоль Ромео. Джордан
Джордан Пикфорд. Игра закончена. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле прокатывает. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились. Подтверждают свой статус хозяева и в очередной раз выигрывают домашний матч. Я думаю, даже самые преданные их болельщики такого не ожидали. Удивительный результат. Ну и теперь надо развивать, конечно, дальше успех.